США и Франция отвергли в Совбезе ООН проект российской резолюции, который требует перекрыть поток боевиков, идущих в Сирию, и прекратить обстрелы ее территории. Причем представители Вашингтона и Парижа сказали «нет» документу еще до его обсуждения. Турция в нем прямо не называется, хотя известно, что именно из ее приграничных районов наносятся артиллерийские удары и перебрасываются группы вооруженных людей. Вопрос в Совбезе был поднят после того, как западные СМИ сообщили, что Анкара готовит план наземной операции в Сирии. Консультации по тексту резолюции продолжится в понедельник. И это, как отметил зам нашего постпреда при ООН Владимир Сафранков, является моментом истины для Совбеза. Если даже кому-то не нравится наш проект резолюции по причинам, понятным им, только им, в то же время мы исходим из того, что сам созыв консультативного заседания СБ Российской Федерации будет нашими партнерами воспринят предельно серьезно. И они направят жесткий сигнал по двусторонним каналам тем, кто угрожает Сирии своими наземными вторжениями, тем самым блокируя нашу коллективную работу по поиску политического регулирования.